На предложение организовать встречу с представителями правоохранительных органов жители микрорайона Мостовая ответили согласием. В гости в клуб ТОСа «Мостовая Слобода» прибыл начальник УМВД России по Ленинскому району Владимир Кузоваткин. Кстати, подобный формат встреч в новинку как для ульяновцев, так и для самих полицейских. Вопросов у жителей накопилось немало. Кого-то интересует, как проверить, действителен ли паспорт. Кто-то беспокоится за безопасность своих детей. Плитку сами видите, да? Сколько просим убрать, хозяева есть, они в курсе, что это мешает и что это вообще как бы муниципальная земля, а не их собственность. Реакция, не могу сказать, что ноль, но тем не менее неожидаемая. Также молодежь гоняют без прав на мотоциклах, на автомобилях. Мало того, что не имея прав, так еще не соблюдая вообще абсолютно правила движения. Тут, видите, поселок маленький, старики, дети. Сейчас очень много идет информации о том, что паспорта, ну знаете, был сбой, да, что паспорта могут не оказаться недействительными. Как можно проверить, не попал ли твой паспорт вот в эту базу? Пожалуй, самая популярная проблема у жителей частного сектора – вечная война с соседями. Установили забор на чужой земле, перекрыли естественный сток талых вод, отказываются убирать свой же мусор. Темы самые разные. Некоторые пошли еще дальше. В полицию поступила жалоба на соседей, которые якобы отравили кур и гусей. И соседи, чтобы им было комфортно подъезжать, они подняли уровень дороги. И перекрыли сток, естественный сток талым водом. Вода стала у меня застаиваться. Я попросила предшествующих председателей, прокопали канаву по переулку. Когда заселились вот эти новые соседи, они эту канаву закопали и забор передвинули. Пожаловались горожане и на закладки наркотиков на придомовых территориях. Опасные вещества приезжают искать по несколько человек. Как итог, раскроченные заборы, вырытые клумбы и страх за жизнь своих детей. У нас самый проблемный вопрос по Мостовой. То, что закладки. Закладывают закладки. Мусор привозят на реку Свиягу, выбрасывают много мусора, грузовые машины. Мы, естественно, переживаем о чем? То, что по переулку очень много у нас играют детей, и они как бы что не вышло. Угу. Вот, и когда... А как часто? Вот как часто? Ну, чаще раз в неделю, то закладка бывает обязательно. Каждую поднятую проблему начальник МВД по Ленинскому району взял на личный контроль и призвал граждан быть более активными в деле обеспечения правопорядка. Договорились организовать своеобразный участковый пункт прямо в Мостовой, в здании местного клуба. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.